Ребята, всем здорово, продолжаем проходить Quake 2 Ground Zero. Ой. Так. Вот. Я отснял ровно одну серию, уже понял, насколько здесь все сложно. Просто капец. Такая сложность бешеная, это реально прям капец, капец, конечно. Я думаю, те, кто смотрели первую серию, уже это поняли, как я там страдал по полной. А самое печальное то, что чем дальше, тем хуже. Когда пойдут какие-нибудь новые, новые супер-пупер NPC-шники, там вообще прям хана будет. Самый натуральный. Самый натуральный кошмар. Во-во-во, опять-опять-опять его видели, да? Зараза, вот не заметил я эту тварь. А-а-а! Все, капец. Было 100 хп и не стало 100 хп. Ладно, хрен с ним. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Смотрите-ка, дырочки не... Слушайте, дырочки не появляются, надо же. Так, это явно что-то значит. Не знаю, ребята, что это значит, но... Вполне вероятно, что... Тут у нас находится какой-нибудь секрет. Так, ну ладно. Держи! А, точняк. Так, внимание. Ну-ка, 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 ну-ка. Сзади там никого нет. В этом аддоне, короче говоря, надо почаще назад оглядываться, потому что постоянно кто-то сзади появляется. Прям так и норовит тебе что-нибудь засунуть. Кое-куда. Вот, пожалуйста. Убили, ёпта. Мамочки. Вообще, короче говоря, надо почаще оглядываться назад. Потому что нынешние обитатели очень любят появляться сзади. Да, патроны, конечно, кончаются. Моментально. Ну, давай, дохни уже. Так, я подрубил, да? Ага, нет, нафига, нифига. Или подрубил, чуть не пойму, не, нифига не подрубил. Так, дайте смотреть, что у нас здесь есть. Ни кнопок, ничего, 4 секрета. Почти больше половины врагов уже убил, ничего не нашел. Что-то не очень хорошо. Все ету. Ету. Их, блин. А че еще такое? Боже мой. Что-то все закрыто, все недоступно. О. Ё-моё. Ну, чувак, иди в жопу. Так, надо валить отсюда, пока еще жив. Угу, отлично. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Ой, как не повезло-то, а? Так, что у меня там еще есть, а? Да, бум. Все, готов, отлично. Сдохни, мазафака. Так, я вырубил какой-то щит. 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 Ё-моё, опять, а? Опять, опять. Я ещё постоянно забываю смотреть на потолки, блин. Зараза, с упреждением стреляет. Говнюк. Marines were empowered.
Мэй-мэй-мэй. О, 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 бука. Так, оп. Пип-пип. Иди сюда. Да. Штука, конечно, очень мощная. Ничего не скажешь. Так, здесь у нас точно ничего не должно быть. Или нет? Чё-то ничего не вижу вообще. Абсолютно. Да. Ой, опять. Ах ты тварь, а. Вот прям специально поставили ее туда, а. Вот как знали, а. Так, вот туда, да? Блядь, блин. Так, назад. О, нифига себе. Так вот что надо сделать. Ой-ой-ой-ой, слушайте. Это все закончится не очень хорошо. Тоби пизда. Так, сейчас начнется капец самый настоящий. Сейчас рушиться начнет. Наверное. А может и нет, кстати. Ну, скорее всего, да. Ще. Прям. Ну, что-нибудь изменилось, не? Что-нибудь упало? Ой, сейчас начнется. Ой, сейчас начнется. А я, кстати, так ни одного секрета-то и не нашел. Парадокс-то какой. Кстати, подписчик написал то, что он там на секрет находится. Секретный уровень, вернее. Так что при первой возможности надо валить туда. Так, стоп, не сюда. Блин. В общем, надо запомнить это местечко. Запомнить к нему путь ближайший. Осталось, в принципе, найти две такие штучки еще. Ну все, сейчас начнется. Сейчас начнется. Ой, бля, ой, сейчас начнется-то. А, не, нифига. Блин, одна осталась. Одна осталась, ребят. Все. Ну, последнюю такую шнягу найти. Еще все обрушится, скорее всего. Придется убегать отсюда. Насос. Так, ладно. Блин, еще одну такую штучку найти. Вот где? Может, она там где-нибудь? Нет, нифига. Понятные мандаты, где? Что я пропустил, кстати. Так-то, в принципе, я ничего не вижу. Да. Ладно, еще найду. Я не знаю, может, вот эту шнягу надо уничтожить. Она просто такая большая. Не, нифига. Чего ж тогда надо сделать-то, интересно, а? Ладно. Так, ребята, все, я нашел эту шнягу. Давайте сейвиться и начнем. Все. Сейчас надо откачать эти. Ой, пошел добро. Ой, пошел добро. Ой, сейчас, ребята, что-то начнется. Кажется, нам хана. Нас засыпет землей заживо. Что может быть лучше? Блин. Блять, ни одного секрета нету. Да вы еще издеваетесь, что ли? Либо их запрятали, непонятно куда. Так что я найти их не могу.
Так, это ж не игра работает у нас. Так. И чуть дальше. Осталось еще что-то нажать вроде. Вот эта штука точно разрушится по автомату 100%, потому что там дырочки не остаются. Это уже значит... Ага, все, понял, понял. Извините, ребята. Так. Ну что, погнали купаться? Хотя, оп. Так, дырки остаются. Один секрет мы какой-то нашли. Так, стоп. Нафиг. Давай, милый, ну же. Фух. О, отлично. Красота. Просто красота. Ну, осталось еще 3 секрета найти. Так. Ах ты, тварь, я так и знала. Боже мой. Что это за тараканы? Опа-на. Блин, вот как мне до нее добраться? Ага, все, да, отлично. Он наш! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Уто. Это дерьмо. Так, ребята, сейчас мы нажмем на эту шнягу, и точно что-то должно начаться. Тессон. Не, я все-таки пока побегаю, пусть еще не пить счет. Потому что я боюсь все-таки... Хотя давайте нажмем, ладно уж, хрен с ним. Все, пизда. 45 секунд, вы что, больные, что ли? Ё-моё. Класс. Ребята, осталось. Так, погнали, короче говоря, вычислять самый ближний путь до секретного лева, который находится, я забыл вообще, где он находится, ё-моё. Так. Ну, точно не здесь. Так, все, я понял, куда идти. Это, получается, надо идти... Сейчас вот ту кнопку нажимаем, потом по фасту идем вон туда. Нет. Да, нет. Я перепутал. Я думал, там можно сократить, но нифига. Значит, идем сюда. Потом сюда. Потом вот туда. Сразу прям резко. Так, а вот... Блять, это не то. Во-во-во, вот это. Оно ведь, да? Оно. Да, вот оно. Все, ладно. Ну, погнали. Эль-Хэкбэрри. О, кстати, а что это такое? Я что-то даже не догадался сюда зайти. Посмотри, что у нас здесь. Хм, ну-ка, еще разок. Так вот, оп. А, это у нас не очки, нифига. Так, аккуратно. Так, ладно. Кстати, по трубе какая-то лестница есть вроде. Ну, а тоже потом посмотри, что это такое. Тон.
О, слушайте, я кое-что придумал. А если попробовать вот так? Бля, вот падла такая. Ну ладно, ладно. Я просто думал, мало ли, может, на какое-нибудь отверстие есть небольшое. А, понятно, что это за лестница такая. Ё-моё. Ладно, у нас еще два секрета. Я примерно прикинул, где они. Один находится в той стеночке, а второй находится... Так, куда? Вот сюда. Апокалипсис сейчас. И... Ага, все, отлично, вижу. Так, а здесь какая-то стеночка была. Она мне покоя не даст. Это гребаная стеночка. Ой, блядь. Кажется, мне... Пиздец. Кажется, пора ливать. Так, ладно. Ладно, сейчас подождите. Вот что вот это такое интересное, а? Слушайте, может, надо башкой удариться вообще нибудь? Блин, там что, прямо что-то есть ведь? Эй. Давайте смотреть, что-нибудь произойдет. Нет, интересно. Мне кажется, какая-то кнопочка должна быть таинственная. Не знаю, правда, какая и где, но... По-любому, как-то что-то там должно открываться. 9-6. 7-6-5-0. Ладно, погнали уже. На этом месте мотаться что-то уже надоело. Ми-ми-ми-ми. Давай, спидран, ёпта, факинг спидран. Бля. Бля, куда дальше идти, я забыл. Ага. Пим. Ой, тихо. Пим. Отлично. Эх, все-таки я догадывался, что тут что-то есть. Спасибо, кстати, тому, кто написал про то, что здесь секретный уровень, потому что... Я теперь 100% его не пропустил. Это уж хорошо. Блин, слушайте, все рушится, капец. Найдите секретное оружие. Убегите. Покиньте. Короче, ладно. Написано, сбегите. Сбегаем. Сбегаем, ребята, сбегаем. Ой, мамочки. Ёпта, ёпта, нифига себе какая хрень, ё-моё. На славу затопляет, надо же. Какая прелесть, Слушайте, прикольно, круто. Валим отсюда. Доставим миниган. Даже никого не убиваем, просто съёбываемся отсюда. Хотя не... Я придумал кучу поубойнее. Бля... Бля... Факинг хвадемэш. Ой, мамочки, ты что ж такое, господи. Кстати, там какая-то у нас еще шняга появилась с иконкой хвадемэш. Не знаю, что это такое. Чувствую, что так тормозит, а? Вообще кошмар. Блять, сука, гребаные тормоза. Зараза, боже мой. Так, пошли в жопу. Все, до свидания, до свидания. Съебывайтесь отсюда, ребята. Блять, че вы до меня... боже. Вон пошел, свой.
Ниху! Ебать, ебать! Пила, бензопила, нифига себе, слушайте, какая... Чуть себе. О боже мой. Друзья, надо валить отсюда, нахрен, надо валить. Уху. Так, отлично. Бля, 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 бля. Вы что, издеваетесь, что ли? Куда мне идти-то? Все, пизда. Так, для начала надо избавиться вот от этого говна. От этих самогонок, друзей. А вот теперь надо думать. А вот теперь надо думать, что делать. Главное, стоять на ногах и не фигануться куда-нибудь. Бежим! Слушайте, наджи, бензопила. Обалдеть. Обалдеть можно. Так, а можно заобиндить как-нибудь, а? Очень жалко то, что нельзя заобиндить этим. Новые пушечки. Это очень... Очень хреново. Ёпта. Ёпта. Нифига себе сколько. Ну что, давайте смотреть. Ой, 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 блядь. Опять, 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 опять начинается. Ё-моё. Надо валить отсюда нахрен. Вообще, короче говоря, секретное оружие — это бензопила. Уровень, конечно, попался очень эффектный. Бля, сейчас замочим всех. Бля. Ну, бензопила, конечно, не такая, как в Думе 4. Да, все круто, реально, обалденно. Что самое главное, боеприпасы не нужны. Просто берешь и фигачишь. Это как топорик в Quake первом. Прям то же самое. Не боезапас, ничего не надо. Просто берешь в руки и всех фигачишь. Кстати, там что-то еще было. Смотрите, вот это что такое. А что оно делает? Мне очень интересно. Это явно точно не уязвимость. Может, какой-то дабл дэмэдж, я не знаю. Хрен его знает, что такое. А еще, кстати, здесь должен быть еще один секрет. Нет, все. Все, 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 все. Да. Так. Ну что? Давайте смотреть, куда нам. Нужно вернуться в эти шахты нижние, да? А для того, чтобы в них вернуться, надо идти на другой конец карты, блин. Блять. Чуть не музыки, вообще ничего нет. Все просрался. Да. Аккуратненько. О, опять. Да, скорее всего, этот какой-то дабл дэмэдж. Я не знаю, что это такое. А, да, смотрите, дабл дэмэдж, да. Это как квад, только дабл. Да. Прям философ. Сотый левел, так. Эй, есть кто-нибудь? Осталось, кстати, пятюня. Пятюня врагов осталось. Так, здесь у нас ключик был. Слушайте, а что мы здесь делаем, а? Я потерялся. Так, ладно. Так, ну вот я что-то нашел, кстати. Да, дабл дэмэдж, конечно, это не такая убойная вещь, как квад дэмэдж, но все равно штучка полезная. Пригодится, пригодится. Блин, как же меня бесит вот этот вонючий скроллинг, вот этого всякого га... Ай.
Сделали бы, знаете, да, там, допустим, нажимаешь на шестерочку, да? Достает гранатомет, потом еще раз на шестерку нажимаешь, все, достает там, не знаю, какой-нибудь супер-пупер гранатомет. Там пятерка, миниган, еще раз пятерку нажимаешь, какой-нибудь там. Какой-нибудь. Аналган, не знаю. Бля. Еще что-нибудь такое практичное придумали бы. По-моему, подобная шляпа, кстати, с этими двойными нажатиями была в Quake первом. Даже, по-моему, там такую шнягу реализовали. А здесь, походу... Или я ошибаюсь? Ладно, неважно, я не помню уже. Но помню, что в какой-то игре такую шнягу сделали. Вы что, издеваетесь, что ли? И куда мне идти-то? Destroy our resistance. Классно, классно. А идти-то мне куда? Все, завалил. Замуровали. Суки. Да. Пипец, пипец. О, это тоже не работает, да? Ну, классно. Слушайте, а куда мне идти? На этой карте было три выхода. Они все того. Кукнулись. А, нет, по-моему, здесь еще... Что-то было, да. Нет. По-моему, вот здесь, да. Был, был, ну, было. А, слава богу. О, привет. О, я хотел ему это, как он, прям задницу забил, засунуть. Жалко, не получилось. О, бля. Ну, прям по яйцам дал. Красота. Ой, красота. Кстати, можно так вот стеночки пилить на предмет секретов, так сказать. Ну все, в принципе. Мы окончательно покинули тот левел. Сейчас допройдем вот этот. А, кстати, я уже вражину вижу какую-то. А, нет, это тот чувак, который в воздухе завис. Да. О, привет. Убил, как, кстати, видите, тоже две атаки. Одна обычная, вторая альтернативная. Нифига себе, они тоже имеют свойство драться в ближнем бою. Ну, блин. Так, вот это вот прям... Прям вот... Вот не просто так это сделано, не просто так. Надо попасть на второй этаж. Да-да-да-дам. Причем на нормальный второй этаж, а не это говно. Хотя, может быть, это и есть второй этаж. Что-то не пойму. Ну-ка-ська. Ну-ка-ська. Тейкс.